Добрый день, товарищи! Проверьте, выработали ли вы уже дневную норму битума. Если битум выработан, отправляйтесь на стройку. Если стройка выполнена, отправляйтесь в бар. Если в баре закончились алкогольные напитки, либо вам противопоказано употребление алкогольных напитков, либо еще по какой-то причине вы не можете употреблять алкогольные напитки, бесцельно покатайтесь на автобусе, как товарищ с этой инфографики. Если других дел у вас особо и нет, прослушайте этот новостной выпуск новиградских народных новостей. Рычащий снежный кочет вскричал в Муркенбургском зоопарке. Никто не верил, что это произойдет, но работники Желдорстроя закончили строительство железнодорожного моста через безымянную реку мыса Бабкин Нос. Новиградские строители научились использовать башенный кран. Строительство Новиградской ТЭЦ идет полным ходом. Новиградские железные дороги закупили еще один железнодорожный вагон для перевозки жидких грузов. Экспорт битума увеличился. Заложен город Жлопалацк. Строительство запланировано на 1968 год. Ожидается, возможно, необоснованно то, что город обеспечит углем котельные столицы. Специалисты Минтранса признали организацию трамвайного движения в Народной Республике потенциально возможной. Новиградские дрифтеры ликуют. В продажу поступил автомобиль польский Fiat 125. Эксперты считают, что он поможет скоротать время до выпуска первой Жиги. Сданы заселен микрорайон Новый Ларьяк. По мнению экспертов, он опередил свое время, хотя и запоздал на несколько лет. На улице столицы вышли первые автобусы марки Икарус. Новиградский рок-клуб и корейская диаспора Новиградской республики выражают свою глубокую обеспокоенность. Шокирующие новости. Новиградские женщины оказались мужчинами. Разработчик ВРСР обещал гендерный патч. Товарищ, спасибо за просмотр новостной передачи Новиградской Народной Республики. Эти и некоторые другие события Новиградской Народной Республики последнего времени вы можете увидеть в летсплее, который выйдет ближе к выходным. Чтобы ускорить этот процесс, поставь лайк и оставь комментарий, а то и два. Также меня можно пропушить через группу ВКонтакте или Дискорд. Ссылки на все это есть в описании к видео. Это был канал Гамелан, говорила вам Боярышник, всем пока!